Ладно, он приближается. Мы будем теми, кто завалит этого сукиного сына. Да, конечно! Да, я имею в виду... Окей. Ты что, сомневаешься? Ну, просто... Что? Почему у нас такое дерьмовое снаряжение? Что? Типа, все, что меня защищает, это пара пластиковых пластин и мотоциклетный шлем. Как это должно нас защитить? Ну, мотоциклетный шлем довольно прочный. Защитит твою голову во время аварии. Я не особо волнуюсь по поводу аварии, если по мне, блядь, палят! Ладно, я понял. У тебя есть другая защита. Ты будешь в порядке. Майк, мои руки полностью открыты! Это след от ботинка? Да, кто-то прошелся по мне, когда я упал. Я больше не могу держать пиво. Вообще-то у нас больше нет пива. Все, что осталось, это чистый этанол. Класс! Нет брони, и теперь нет пива! Зачем мне теперь вообще защищаться? Радуйся, что ты не девушка. Майк, там стоят два парня с ебучей танковой броней и до задницы огромным пулеметом! Почему у нас этого нет? Почему ни у кого? Ну, это апокалипсис, Бен. Ресурсы ограничены. Почему ты думаешь, мы едим барсуков и крыс? Из-за сухого, жилистого, внесезонного мясного вкуса? Кроме того, это всего один парень. Как может один парень разобраться с нашими ребятами в танковой броне? Это еще одна вещь, о которой я хотел поговорить, Майк. Этот парень. Кто он? Это просто какой-то чел. Идиот, который думает, что может нападать на бандитов. И сколько наших баз он разгромил? Баз? Ну... Кажется, три. Да, это на этой неделе. А что насчет прошлой? Ну, говорят, что 7, но... Это невозможно. В смысле, какой сказочный суперсолдат сможет влететь на базу и выкосить типа 20 человек и сделать это снова и снова? Это просто повстанцы пытаются напугать нас. Майки, тем не менее, эти базы взорвали. Это не ложь. Что если он настолько хорош, как говорят? Что у нас такого, чего у него нет? Ну, у нас больше людей, верно? Он не сможет взять нас всех, если мы задаем его числом. У нас повсюду красные бочки. Какой дурак летит сюда с пальбой? Он взорвет сам себя. Те ребята сидят на этих бочках и курят! О боже. Мы умрем из-за них. Верно. Что нам делать по этому поводу? Почему у нас так много бочек? Перевод Мельфиора. Озвучка Максвилл.